motherfucker. Секрет. Заходишь в настройки, там есть звук. И там отключаешь музыки, да? Да, громкость музыки. Прикинь. И я тебе даже скажу больше, это есть во многих играх такая херня. Вау! Угу. Там еще, кстати, ладно. Это не все, там можно еще разрешение экрана менять и качество картинки. Так что можешь поставить с низких на высокие, мир преобразится. Во-первых, привет. Привет. Да, во-первых, это самое главное. Пиздеть пиздим, конечно, но здрасте надо сказать. Hello, motherfucking! Здорово, Лежик. Васап, я уже думал, мы с тобой сегодня не услышимся никак. Хочу компот. Что? Куда пойдем? Я вообще тут нубасран полный. Что ты вот это вот начинаешь? Типа я уже старый для таких игр. Да. Ну, по праву, самый большой. Пойдем, короче, знаешь, ну, для первого раза, для разминочки, наверное, вчетвером, да, по паре, короче, возьмем по подружке с тобой. Ну, чисто так, короче, чтоб минус два, уже легче, как бы, к победе, да? Окей. Ну, вот я ему говорю, давай поиграем. Ну, давай, короче, решит вспомнить. Лайт, он так, он легче, понимаете, он как воздух, дышится прям по-другому. Слушай, я не пойму, у меня АБС-ки, он троит. А что у тебя там случилось? Да, вот сейчас надо подключать. Слушай, а ты, короче, у тебя нет такой херни, короче, ты заходишь в папки, начинаешь как придурок бегать, как все, вот знаешь, как будто ты типа задрот. Как думаешь, это вообще как бы навык садного чувства? Или ты просто не хочешь выделяться? Ну вот, во-первых, я бегаю чисто из-за того, что, блин, смотрю, что у меня там не троит стрим или троит, он уже не троит. Да? И плюс еще сейчас у меня нету звука игры. Почему? Не знаю я вообще. Давай, короче, сюда куда-нибудь. А тут как? Полетели уже все? Нет. Я полетел! Три, все, знаю. Полетели. Окей. А ты как летишь? Я, короче, вот как-то параллельно. Давай сюда упадем уже. Ну ладно, давай. Короче, падаем и сразу, короче. Стараемся не сдохнуть. Я тебе кричу здесь. Беги оттуда, малыш Джонни! Встретимся в Канаде! Нихера, короче! Ты живой? Ааа! Прямо в правую булку, слушай, прям, сука, поцарапал. Все, меня убили. Живи, живи, живи. Не, это не для телефона, Вов, это PUBG Lite, как обычный, только упрощенный. Обычный, упрощенный, да. Да. Изичный такой PUBG Lite. Изичный, но лучше, чем мобильный, в любом случае. А ты от первого лица поставил специально? Да. Ну что, у тебя третьего играем? Нет, мы играем от первого. Понятно, я к первому лицу еще не привык. К первому лицу, да. Уже второе надел, к первому еще не мог привыкнуть. Давай возьмем Санька, чтобы, короче, так, ну, размяться, короче. Она поменьше карта, и там побыстрее все действия давай, происходят. Давай. Хотя, давай. Я думаю, Сашку будем ждать сейчас 3 года. Да ты можешь все поставить, да и все. Куда кинет, туда и кинет. Быстрее будет, делаете. Мне просто сейчас привыкнуть к баллистике, я просто отвык от нее, пипец. Говорит, давай в Саню поиграем, там карта поменьше. Да ты просто все ставь, куда кинет, туда и кинет. Ну, давай в Сашку поиграем, да. Рандомно в Сашку, давай. Выпадет, Сашка, поиграем. Саш. Выпадет, поиграем, не выпадет. Не выпадет, зимой выйдем, поиграем. Да. Выйдем просто из игры, да. Свернем все. Удалите нахер все. А у тебя тоже этот с правой стороны... Ракету запускать можно, елка до сих пор стоит, снег херачит. Олежек. У меня справа батарея стоит у стены. Я не знаю, что у тебя там происходит справа. Хера себе, сверху вниз баба упала. Я бы на твоем месте переживать стал. Куда будем падать? Давай решим. Где потише, где погромче. Откуда такая уверенность, что в гадке будет скучно? Ну да, как вариант. Не, можем сюда упасть. Мы полетели в починке. Рай, купи себе оперативу. Купи, братан, себе оперативу. Пожалуйста. Он ее купил на самом деле. Она просто рядом с клавиатурой лежит, когда он играет. Ты его просишь, а он каждый день приносит новый блок такой, кладет такой, блядь. У меня уже весь стол в этой оперативе. Все, полетели. А то мы опять будем последние, как всегда. Меня как учил один чувак, что нужно чуть-чуть раньше падать. Быстрее чуть-чуть соображать раньше. Это называется по-русски. Да, он уже двое летят. Шестеро, восемь. Минут 5-10 пятого. 4-5-10 пятого утра. Охренеть, тут народу сколько. Серега, можно спросить, а как так получилось, что ты, короче, в починках, а я нет? Или... А почему ты не в починках? А я не знаю. Оно всегда как-то так чё? Получается. I have in living. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй.
Блин, какая нахер вторая каска? 235, домик возле... Прием. Прием, мне похуй. I didn't know about you.